Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Приглашаю вас вместе со мной полюбоваться на шикарный куст настурции кустовой, которая так обильно цветет у нас в первых числах октября. Сегодня у нас 5 октября, и я решила показать вам этот цветущий куст настурции. И если кто не выращивает настурцию кустовую, то думаю, что на следующий год вы обязательно купите семена, потому что такую красоту невозможно не выращивать. Настурция у нас родом из Центральной и Южной Америки, и она бывает и многолетняя, и однолетняя. Я всегда выращиваю однолетние виды настурции. Сейчас настурция настолько становится популярным однолетником, потому что селекционеры постарались, и есть много красивых сортов кустовой настурции. Что я заметила при выращивании настурции, считается, что ей не нужна слишком плодородная почва, но подошла почва глинистая у меня на участке. Она просто идеально растет, если почва глинистая и плодородная. Удобрять настурцию часто не нужно, чтобы цветок не ушел в зелень, не наращивал много зеленой массы. Особенно нужно осторожно быть с азотными удобрениями. Азотными удобрениями я настурцию совсем не удобряю. Все, что нужно настурции, это фосфорно-калийные удобрения, и то где-то один раз в месяц будет достаточно. Поливать настурцию нужно только под корень, не нужно лить сверху излейки и опрыскивать. Этого настурция не любит. Спасибо за внимание.